Всем привет, с вами Devil, и сегодня мы поиграем в CSGO Global Offensive. Это у нас уже третья серия, и я не захотел немного разнообразить эту серию, поскольку в комментариях начали уже писать то, что им уже не нужен этот обычный режим. Я играл в обычный режим и в соревновательный. Вот в эти три режима мы за несколько серий попробуем там поиграть. Давайте по порядку. Вот соревновательный мы играли. В обычный теперь уничтожение объекта. Так, давайте-ка начнем. Не знаю, что нас тут ждет. Я даже не прочитал что-то. Надеюсь, мы разберемся. Сейчас у нас начнется. Длиной от 20 до 30 серий. Ой, каких серий? Минут. Серий. О, уже выстрелы. Что-то тут мало людей. Тут мало кто играет, наверное. О, мне сразу дали АК-47. Я чуть не понял. Получается новое оружие убивая врагов. А могу на какие-нибудь кнопки нажать, чтобы поменять, нет? А как? Вообще нельзя? Никак. Ладно, давайте-ка. Тут попытаемся убить хоть кого-нибудь. Нужно для начала разогреться, потому что я вон сколько уже не играл. Для меня каждый час не в CSGO это уже много. Реакция как-то уже немного уходит. Да что ж ты за говнюк ты такой? Так, я так понял, нам выдают какие-то оружия. А поменять можно, нет? Или тут как-то... Нам тут дается только нож и АК-47. Это у всех или нет? Похоже, что у всех. Опа, попали в кого-то. Опа, убили. Неплохо, да? Уйди, уйди! Да что за дракон такой? Горыныч. Арсюк какой-то там. Что за арсюк? Так, ваше следующее оружие. О, класс. Спасибо большое. Спасибо. Ты что? Мне за какого-то там противника дали такого говна. Просто я мало когда эти пулеметы использую. Да что ж за неожиданность такая? Я просто думал то, что я поболтаю и зайду. И никого там не будет. Но нет. Кстати, чем больше мы убиваем, тем говеннее оружие получается, да? Я что-то не вижу тут то, что нам выпадает нормальное оружие. Какие-то они все хуже и хуже. Сейчас этот раунд закончится, и мы посмотрим. Тут 5 на 5 что ли? Что они побеждают. А, хотя мы побеждаем. Так, у нас тут бизон. Да, чем дальше, тем хуже. Я могу что-нибудь выбрать? Нет. Мне АК-47 больше. Да что ж вы за люди-то такие?
нужно хотя бы эту карту получить. Я вообще впервые на этой карте. Не понимаю, что тут и как. Надо как-то посмотреть на эту карту поподробнее. Так. Опа. Убил гаденыш. Ладно. Ничего страшного. Нам мне бомбу дали. Зачем она мне? Если мы все равно тут мочил его. Они там. Опа-на! Говнище. Тихо. Да что, что за читак такой? Мы получим теперь бизон. Чем дальше, тем хуже. Бизон тут дешевый у нас. Потом дигл получим. Новую. Хоть говнище. Извините, конечно, это говнище. Эх, зря это. Вообще их не вижу, они меня видят, не знаю. Отстань! Ой. Просто не понимаю, что. Опа, еще одного убил. Везет. Ну что, кто тут еще остался у нас? Где ты? Ой! Я его даже не увидел. Он у меня. Он меня увидел. Сразу заметил. Неужели они читаки такие? Это реально. Теперь нам дигл какой-то дадут с гранатой. Чего? Вы что издеваетесь? Дигл. Я в голову мог попасть, ну. Да что ж вы такие, а? Лучше бы АК-47 оставил и вообще сливался. Хотя это тоже не дело. Они до сих пор там с какими-то пулеметами бегают. Давайте все-таки тут до конца посидим и на этом закончим. Давайте-ка сразу как-нибудь тут пойдем. Все. Теперь у нас будет говеный дарбай. Давайте вот так зашкиримся. Будет прикольно. Да что, что такое? Да он как-то. Не, ну он его должен убить.
У него немного осталось здоровья, если он... Хорошо то, что с нами тут нормальные люди. Ну, более-менее нормально. Нифига себе, я тут застрял, видите как? Все дрожит. А вот все. Это что это я теперь летаю? Посмотрите, я по воздуху передвигаюсь. А не, все. Что творится-то? Я походу тут застрял. Все, молодцы, холодцы, удальцы. Я, наверное, на этом буду заканчивать. Мы же посмотрели, что в этом режиме у нас. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вы хотите там увидеть следующие режимы. Обязательно комментируйте и подписывайтесь. С вами был Дэвил, всем удачи, всем пока. Да-да-да.